хочется каких-то. Так, ты какой красный брала? А, надо какой-то один красный был брать. А, ты все подряд брала? Не, я вот такой только синий брала. А надо было какой-то один, да? Ну, да, желательно. Угу. Можно, конечно, и смешивать этот красный, я чтобы он был. Я хотела спросить, но что-то забыла. Разные или не разные? То есть теперь можно так вот погуще. То есть я понимаю, акварель... Да. Нужно очень много мешать. Главное, не обязательно, что там, где тень, там линия, да? Угу. Мы плоско. Угу. Будем спокойно мешать. Это вода целый день? Нет, это уже вторая вода. Ага. Так. А, у тебя вода. Угу. Чуть посветлее еще хочется сделать. Так, это тоже часть архитектуры вот эта. Когда вот такие жирные контуры, да, они начинают очень активными быть. Поэтому хочется где-то их утоньшить, немножко тоньше сделать. Так, и сразу фон неба, да, вот к этому белому. Вот эти вот все красивые у тебя замесы. Мы не знаем, где выставка скульптуры, ребята. Я что-то не знаю. В том году вот была вот в той стороне. А Сытный двор куда? Сытный двор не знаю, но вот была вот там в том году. Сейчас не помню. Вот из ворот на лево. И вот туда вот по берегу где-то вот, ну, а еще недалеко. Берегу? Ну, не так далеко. В той стороне. Это там у тебя еще одно дерево, да? Или нет? Угу. А это веточки еще. Угу. Где-то даже можно потом ветки еще перекрыть, динамику дать. Сначала так. Вот тут что у тебя такое там? Это какой кусочек? Вот это у тебя. Это церковь, да. А это, а это небо. Хотела, да. А, вот это ветка. Ветку можно нам сделать и сверху. Вот церкушка, конечно, тоже пропала там немножко.
можно даже вот так плашками делать, да, то есть, mm-hmm. чтобы не ровно все выкрашивать, а именно какие-то пятнышки. Здесь сейчас. На самом деле вот можно не целую бутылку, да, тратить, а наоборот, бутылки вода, а отдельно носить вот этот срез бутылочки. Он лучше, ну и менять чаще можно. Mm-hmm. И удобнее пользоваться. Вы даже не едите тут. Я уже поела, простите. У меня только два йогурта сегодня. У меня все с собой. У тебя вообще, тебе надо есть в два раза больше.